Проблема нелегальной миграции состоит, на мой взгляд, ровно в том, что вся нелегальная миграция должна стать легальной. То есть мы, безусловно, не должны допускать нахождение на территории государства людей, которые никаким образом не контролируются, не учитываются, не платят налоги и вообще, так сказать, никаким образом не проявляются в сферах наших правоохранительных органов, потому что они могут совершать безнаказанные преступления, мы не можем их найти и так далее. Поэтому, конечно, неплохо бы сдавать отпечатки, неплохо бы наши границы сделать менее прозрачными и, самое важное, не создавать анклавов национальных внутри наших городов и районов. Потому что только тогда люди продолжают общаться на своем родном языке, не вникают в нашу культуру и не потребляют ее, ведут себя нагло, когда они чувствуют рядом плечо собрата или товарища. Вот Германия очень правильно делает, что не создает этих анклавов, когда она выдает разрешения и виды на жительство в различных территориях. То есть не может турок поехать в Германию и поселиться в Берлине просто так. Ему скажут, ты можешь жить только в таком-то штате, в такой-то земле, в таком-то городе, и не более того. И таким образом их очень сильно рассредотачивают. Вот нам нужно тоже рассредотачивать по регионам и не допускать, это городские власти должны делать и правоохранительные органы, которые занимаются регистрацией, не допускать их скоплений. В частности, возможно, нужно принять какие-то законы, которые возвращают прописку, и эта прописка не будет даваться людям на определенных территориях. Например, если мы видим, что в каком-то районе города, неважно, Москва или это еще большая концентрация каких-то национальных кадров, то мы просто перестаем их там прописывать и разрешаем им прописываться в других местах.